Утка в яблоках, да еще и с апельсиновым соусом. Отличный выбор для новогоднего стола. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На носу Новый год, и хочешь не хочешь, а надо подавать идеи к застолью. Я хочу показать обычную утку с обычным гарниром с яблоками, с начинкой, с изюмом, с рисом и с очень вкусным соусом. Возиться с уткой совсем немного. Но правильно, между строганием тазиков салатов много времени на разносолу не выделишь. Больше всего трудов уйдет на соус. Ну и он на самом деле очень прост. Да и вообще его можно за день, а то и за два приготовить. Пройдем уже на рабочее место и приступим. Вот у меня замечательная упитанная тушка. Утка – жирная птица, поэтому к ней нужен кисло-сладкий гарнир. Для равномерной просолки обкалю ее соевым соусом. Если просто натирать солью, то надо будет оставить ее просаливаться минимум часа на 3-4. А соевый соус не только просолит, но и добавит сочности. А теперь натру ее снаружи солью и перцем, а изнутри только перцем. Почему снаружи еще и солью? Дело в том, что соевый соус за время готовки разойдется только по мясным волокнам, а шкурка так и останется несоленой. Поэтому внутри достаточно только перца, а снаружи еще и соль, а попозже обложу ее яблоками. Но к яблокам в качестве гарнира хорошо бы добавить углеводов, и вот в качестве таковых это будет рис. Я его отварил предварительно в курином бульоне. Так как начинка, я упоминал об этом, должна быть по моему замыслу кисло-сладкая, добавлю сюда вяленой клюквы. И вот этой смесью начиняю утку. В мою войдет чуть больше стакана готовой начинки. А теперь надо позаботиться, чтобы лишний жир мог свободно вытапливаться. Старательно обкалю утку вот таким девайсом. Купил его в незапамятные времена в IKEA, до сих пор мне служит. Можно отправлять в духовку. Всего готовится она у меня будет при 190 градусов чуть больше 2 часов, поэтому яблоки я пока рядом с ней не выкладываю, а то высохнут. А я пока покажу, как готовить соус. Для этого мне понадобится 2 крупных апельсина. С одного из них надо срезать цедру. Делать это удобно овощным ножом. Мне удобно. А вы управляйтесь, как хотите. А теперь надо соскоблить белую часть. Она горчит, а горечь в соусе нам не нужна. Только делайте это очень тщательно. Отлично, цедра подготовлена. Теперь не обязательная опция, но для праздничной подачи лучше озаботиться. Надо почистить апельсин вот таким макаром. Мне нужно получить дольки апельсина без белых пленок. Дело в том, что этот соус не должен быть однородным. Кусочки апельсина в нем должны попадаться. Но вот эти белые пленки, которые на поверхности каждой дольки находятся, здесь совершенно ни к чему. Вот, смотрите на обнаженную мякоть. А теперь я вырезаю ножом каждую дольку, ну, а пленки останутся на месте. Выглядит только на первый взгляд сложно, но на самом деле острый нож и все, никаких проблем. А вот из оставшихся ошметков надо старательно выжать весь сок. Из второго апельсина тоже надо выдавить. Разрезаю и выдавливаю к цедре. Теперь надо довести его до кипения, но не кипятить, ну разве что полминуты, минуту, не больше. Отлично, цедру выкину, а вот в сок положу ложку апельсинового джема. Не найдете джема, не переживайте, выправьте на вкус с сахаром. А если ваши апельсины чересчур сладкие и кислинки в них очень мало, то добавьте лимонного сока. В общем, создайте очень яркий, кисло-сладкий вкус. Вот так, все отлично. Давайте проверим нашу уточку. Смотрите какая, уже наполовину готова. Поэтому сначала полью ее вытопившимся жиром, как получится. А теперь отберу пару-тройку ложек жира, он мне сейчас для соуса понадобится. Сразу на сковородку. Отлично. А к утке отправлю яблоки. Чтобы они не сохли, их тоже надо сразу же смазать вытопившимся жиром. Утка пусть продолжает готовиться, а я тем временем доведу соус до ума. Его надо загустить, поэтому добавлю сюда чайную ложку муки и слегка обжарю. Буквально минуту-другую.
То есть я готовлю классическую французскую смесь ру. Только классическая ру готовится на сливочном масле, а у меня в данном случае утиный жир. Готово. А теперь потихоньку вливаю сюда подготовленный апельсиновый сок и старательно перемешиваю лопаткой. Если ваши апельсины оказались чересчур мелкие и сока маловато, а соус получился густоват, то можно добавить кипятка или еще сока на ваш вкус. Смотрите, отличная густота. И сразу же выключаю нагрев. Надо пробовать. Отличный вкус. К жирной утке будет просто идеально. Итак, прошло 2 часа 15 минут. Утка готова. В новогоднюю ночь ее можно накрыть фольгой несколько слоев. И пусть постоит в остывающей духовке. Это если вы не угадали со временем и утка приготовилась раньше, чем вы готовы сесть за стол. Смотрите, какая красота. У вас уже появилось новогоднее настроение? Нежнейшая утка, идеально просоленная. Все это в аромате апельсинов. Очень хорошо. Яблочко утащу. Ну, про вкус печеных яблок можно не рассказывать, верно? Сами все прекрасно понимаете. Но здесь, в утином жирке, это сказка. Рис с клюквой. Яркий, кисло-сладкий, клюква. Готовьте, это будет супер Новый год. А посмотрите, насколько сочная. Вот и все на сегодня. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам сбычи ваших самых сокровенных мечт. Удачи и чутья, чтобы ту самую удачу не пропустить. Спасибо за компанию. Всем пока.